Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Елена. Это Юго-Восток Беларуси. У меня пятая зона морозостойкости. Приглашаю вас вместе со мной прогуляться в лето 22. Это начало июня, 10 число июня 22 года. Первая волна цветения, начало цветения роз. Сегодня хочу вам показать несколько роз-шрабов из моей коллекции. Буквально, не знаю, может тут десяток или сколько. У меня их очень много, но просто несколько штук ярких красок. И показать, как они цвели, как все, какими красками показывали свою красоту. Перед вами вот первая роза Сахара. Это шраб. Это эверс. Розы у меня таких два куста, огромные-огромные кусты, высоты более 3 метров, ширина тоже 2,5-3 метра. Меня многие спрашивают, как садить, на каком расстоянии. Расстояние делаете больше метра, а то и 1,5 метра. Роза очень хорошо разрастается. Вот рядом с ней соседка роза Эвелин. Это Дэвид Остин, одна из старинных роз Дэвида Остина. Великолепнейший шраб, который не требует никогда подвязки. Очень-очень роза ароматная, обильно цветущая роза, хорошо зимующая роза. Цветочки где-то сантиметров до 15, до 12, до 13. На солнце держится 7-8 дней, в тенечке держится гораздо лучше, особенно если это осеннее время или весна более прохладная. Замечательная-замечательная роза, высота ее где-то 1,20-1,30 м, ширина куста очень ровная, головки не поникают, на солнце роза не запекается, немножко высветляется, дождь держит замечательно, не окукливается, не загнивает. Тут хорошо видны стадии цветения, видите, те уже бутоны, которые процвели недельку, они становятся более такие высветленные розовые, а те, которые только-только в распуске, они более персикового, апельсинового, оранжевого цвета. Как я сказала, роза имеет бесподобный аромат, очень ароматная. Она в моем саду уже, наверное, будет в этом году 6-й год, любимица моя. Далее перед вами идет шраб. Это шраб Карамела. Это роза от селекционера Кордес. В моем саду розы Кордеса болеют септориозом, но Карамела прекрасно себя показывает. Высота куста у меня где-то достигает 1,30-1,50 м. Цветок сантиметров до 9-12 см. Вот такой идет. Цвет самого цветочка. Здесь переливы и горчица, и медовый такой цвет. Легкий, имеет роза аромат. Нежадное на цветение, обильно цветущая, хорошо зимующая. Ширина розы больше метра. Прекрасный куст. Хорошо показывает выраженные две волны. Но есть единичные цветочки между волнами цветения. Очень-очень довольна этой розой. Очень красивый разворот ее. Это замечательный шраб Институт Люмьер. Роза Доминика Масада. Прекрасный, замечательный куст, который хорошо формируется. Высота розы где-то до 1,10 м, ширина может 70-80 см. Цветочек не очень большой, сантиметров 7-9 см. Цветет букетами, каждая веточка это букетик. Видите, цвет такой здесь у нее преобладает и розовый, и персик, и оранжевый. Имеет средний-средний легкий аромат такой. Хорошо зимующая роза, всегда замечательно выходила из зимы. Постоянно цветет на солнце, на сильном солнцепеке, немножко запекается чуть-чуть, но цветет длительно, более 7 до 9 дней где-то. На дождь реагирует хорошо, не окукливается, не загнивается. Так как у меня все розы находятся на солнечном месте, то есть у меня нигде практически нету тенька в моих розариях, поэтому я даю характеристики конкретно то, что происходит в моем розарии. Роза великолепна и шикарная. Здесь у меня один куст. Вот мне тоже часто задают, поскольку кустов у вас посажены розы. У меня все розы посажены по одному кусту.
А вот эта следующая красавица, это Роза Винтила. Роза Доминика Масада, роза удивительной красоты. У нее цветок, как пачка балерины. Огромное-огромное такое блюдце, сантиметров, наверное, до 14, до 15. Аромат такой ярко выраженный, прекрасные нотки цитруса там присутствуют. Очень-очень красивый розово-лавандовый такой цвет, яркий, насыщенный. Роза у меня молодая достаточно, всего лишь ей только третий год. Но что я могу сказать? Несмотря на то, что она бесподобно красива, цветок держится недолго совсем. А вот на солнышке быстро день-два, и она сразу осыпается. Роза требует подвязки, но, возможно, из-за того, что она очень молодая, поэтому со временем она покажет себя лучше. Кустик у меня нарос пока еще неохотно, сантиметров всего лишь 60. Ширина очень аккуратная, то же самое, сантиметров 60. Но бутонов выдает недостаточно. Я бы сказала, что она труженица, потому что кустик совсем молодой. Тоже находится на солнцепеке, хорошо выходила из зимы, не вымерзала, не болезненная роза, чистый лист такой огромный, немножко матовый лист у нее, но очень красиво сама по себе форма цветочка и очень-очень сильный красивый аромат. Посмотрим, как она покажет в этом году. Замечательный кустик, я ее хотела, поэтому приобрела. Далее также вам показываю розочку, которая у меня не часто попадала в мои ролики. Это также роза Доминика Масада. Это роза Вильям Кристи. Шраб. Цветочек у нее такой имеет нежно-нежно-розовый цвет. Цветет со свечениями. В количестве цветков на стебле где-то от 3 до 5. Цветок сам небольшой, до 8 сантиметров. Высота у моем розарии пока ее где-то до метра, потому что роза также только всего лишь 3 года. То есть она еще свою массу не нарастила. Это было ее третье лето всего лишь. Я думаю, что она себя покажет очень-очень замечательно. Аромат средний, очень-очень красивой формы цветочки, такой правильной формы. Хорошо зимовала, не болела, отзывчива на подкормки. Ширина кустика где-то сантиметров 80. Прекрасная-прекрасная розочка. Я осенью 22-го ее пересадила в другое место. У меня здесь очень-очень густые посадки, потому что здесь у меня и плетистые, и другие шрабы. Посмотрим, как она покажет на более свободном месте. Потому что у меня, в принципе, посадки густые. Хотя расстояние между розами у меня 80 метров. Поэтому тоже это учитывайте. Далее я вам представляю замечательную красавицу роза Ландлюст. Это шраб от Кордоса. Очень высокая роза вырастает, 1,50 м, 1,70 м. Обильно цветущая. Цветок держится длительно, на дождь не реагирует, солнце тоже хорошо держит, хорошо зимующая, цветет соцветиями от 3 до 5, размер цветка где-то 8-9, ширина тоже очень широкая. Цвет у нее биколор, роза не подвержена никаким заболеваниям. Замечательный сорт. А это роза Артемис от Тантау, сильноросный и обильно цветущий сорт. Роза из группы ностальгических роз. Маленькие бутончики до 3 до 5 сантиметров, цветет кистями, имеет аромат, высота до 1,50 м, ширина где-то 80. Хорошо зимует, не болеет, солнце держит до 7 дней, осыпается сама и хорошо реагирует на дождь, не окукливается, не загнивает. Прекрасный, прекрасный, замечательный сорт. Цветет как букетики невесты, такие красивые, замечательные. Очень обожаю эту розу. Она у меня в групповых посадках. Вот здесь рядом вы видите другие розы. Здесь у меня и пиано посажено, и шнейвальцер за нею. Кустик такой хорошо цветет, достаточно не жадный на цветение, рабочая такая розочка, хорошо выдает бутоны, устойчива к болезням, никогда у меня не болела, хорошо зимовала. Вот 4 года зимы она выходила великолепно. А это шраб от Мияна, роза концерта. Роза где-то высота у меня 1,10 м, 1,20 м. Она не так высокая, как широкая. Ширина больше метра. Она, скажу, я вот у меня ползет как
Почвопокровная розочка. Сами бутончики небольшие, сантиметриков до 7, до 8. Цветет кистями. В кисте может быть и 10 штук. Цвет такой неоднозначный. И желтые, и абрикосовые, и где-то персики, апельсин. Цветочки, лепестки, очень много лепестков. Бутоны очень набитые. Вот, хорошо-хорошо реагирует на подкормки эта роза. Устойчива к болезням, не болела, хорошо зимующая, красивая роза, обращает на себя внимание, на солнце высветляется. Вот здесь погода более прохладная, видите, такой цвет у нее ярко-ярко насыщенный. Прекрасная розочка. Вот видите, какой огромный-огромный куст. Оно видно, что он просто разложился, занимает полклумбы. Хотя у меня тоже как бы шаг посадки в метр здесь. Но красивая роза. И я же говорю, на солнце надолго держится. Потом цветочки, лепестки немножко подсыхают. Ну и как все цветы, нужно прочищать и делать обрезочку. Ну, а эта роза моя любимица. Она практически попадает абсолютно во все мои видео. Это роза Лоран Каброль, роза Доминика Масада также. Вы знаете, об этой розе можно сказать, просто обобщивши ее характеристику. К болезням, осадкам, к заморозкам, к солнцу она абсолютно относится ко всему спокойно. Не окукливается, очень долго держит цветок. Цветок где-то сантиметров до 12. Прекрасно-прекрасно себя показывает. Обильно цветущая роза, она всегда в цвету. Такого не бывает, чтобы она не цвела. Я даже не могу сказать, что у нее есть какие-то перерывы между волнами цветения. Куст нарастает очень-очень аккуратный, очень красивый, обильно цветущий. Высота где-то 1,10 м, ширина до метра. Цветет в кистями, в кистях может и 5, и 7, и 8. Имеет аромат, она чем-то такая, понимаете, вот зефирина, разворот самой розочки. Когда погода более прохладная, она имеет более яркий цвет, немножечко высветляется на солнце. Но то, что я сказала, нету никакого реагирования ни на какие погодные условия. Какая есть, такая есть. Прошли дожди, ее немножко стряхнул бутон, и она показывает свою декоративность и красоту цветка. Абсолютно. У меня роза хорошо выходила из зимы, болезней никаких на себя не цепляет, хорошо растет, хорошо развивается куст. Это вот розы неубиваемые, особенно для тех, кто только-только начинает заниматься розами. Ищите эту розу и покупайте. Замечательный, великолепнейший, удивительной красоты сорт. Далее шраб представляю вашему вниманию Шлоссойтен. Это шраб от Кордоса. Это спорт известного сорта «Бременские музыканты». Она отличается только немножко цветом. Цветки нежно-абрикосовые, такие с более темным центром. Роза где-то у меня высотой 1,20 м, ширина до метра. Очень-очень красивый, ярко выраженный такой цветок. Прекрасно зимующая, не болеет роза. Цветочек сам не очень большой, сантиметров до 10 максимально. На себя болезни никакие не цепляет, хорошо зимует, цветет кистями, от 3 до 5 может быть. Ну, вот, как я сказала, размер цветочка до 10. Очень красивая, нежнейшая красавица роза. Она у меня тоже как бы посажена в групповых посадках. Может быть выше, может быть ниже. Иногда осень может выбросить какую-то удочку. Вот рядом у нее соседка сидит, Фальстаф Дэвида Остина. Я розу эту очень люблю за ее нежность и красоту. На солнышке цветок держит дней, наверное, до 7, до 8. На дожде также не окукливается, не загнивает. Прекрасно себя показывает сорт. Очень-очень нежный сорт. Такая нежнейшая-нежнейшая аристократка всегда стоит. Всем абсолютно нравится. Далее розочка Шарифа Асма Дэвида Остина. Очень-очень достойная роза с красивой формой куста. И нежно-нежно розовыми цветочками. Имеет потрясающий аромат, очень насыщенный, как английские розы. Роза никогда не держит свой цветок вниз, всегда держит наверх. Как я сказала, очень красивая форма куста, нежно-розовый, розовый цвет. Высота куста где-то 1,10 м, ширина до метра. Хорошо зимующая, роза не болеет, цветок сантиметров до 10, до 11. Нежадное на цветение, постоянно цветущее, всегда радует своим цветом. Одна из моих любимец, такой нежно-нежно фарфорово-розово-беловый цвет. Она прямо вся светящаяся. Еще одна неповторимая красавица Тантауа.
которая Астрида Графин фон Хандерберг. Роза потрясающей, потрясающей красоты. У нее цветы бархатного цвета, цветет весь сезон. Имеет неповторимый аромат, который издалека, издалека слышен. У нее нет перерывов цветения. Она у меня роза молодая, всего лишь 2 года. Высота где-то метр, ширина сантиметров до 80. Очень яркая, яркая красавица. Бархатистые лепестки имеет. Я думаю, что в этой розе будет потрясающая, потрясающая красота на 4-й, на 5-й года. Вот. Роза не болела, у меня хорошо выходила из зимы. Цветок где-то до 12 сантиметров. Болезней никаких не было замечено. На солнце цветочек держится долго, до 10 дней. На дожде она тоже абсолютно не реагирует, не окукливается. Вот на сегодня я вам подобрала такую маленькую подборочку с моей коллекции, потому что роз у меня очень-очень много и много посажено молодых, которые еще вообще не попадали в кадр. Буду все показывать и рассказывать, но я показываю свои любимые сорта для нашей Беларуси, для нашей зоны. Меня многие спрашивают, где я покупаю розы. Я, конечно, всем отвечаю. У меня большая часть роз покупалась из совместных закупок. Также перепробовала. Также розы покупались с белорусских интернет-магазинов, с российских питомников. То есть с разных мест собиралась вся коллекция. Вот на сегодня я вам показала сорта, которые больше мной любимые. Возможно, вам что-то и не понравится. Всем спасибо за просмотр, кто был со мной. Всем всего доброго и всем до свидания.